Так-так. Нужна сумма, как и сказал наш Говорят, дорогой друг изюм на спонсор, ночь есть обязательно. вредно. Ну, на Сергей, самом сыграйте деле, шотландскую партию, плиз. наша Да, еда шотландскую в ночь партию. это неизбежное следствие Ну, трубного друзья, эфира, так что 518 если уж лайков у смотреть в нас. корень, то просто Сергей, надо наверное, сказать, что вот извиняется эти перед собой за свою многочасовые группу, поэтому все вечерние нормально, когда эфиры, стример понимает, еще что и с игра была не игрой в очень, шахматы уважает или с вас сильным за соперником, это. просто Да, однозначно спасибо. вредят Спасибо, здоровью, да? Вадим. Ой, Добрый вечер. А вы знаете Максима Серега, Мариева? Конечно, знаю. Серега, Все, привет. друзья, следующий тур и легендарный Привет, Сергей привет, Юрьевич Сергей. Шипов. Приветствуем Сергея Юрьевича. Итак, Неожиданная играем против встреча. Сергея Жига. Да, вот Ну, для этого мы и это проиграли, как соперник, с говорится, в которым предыдущей Сергей Юрьевич партии. довольно редко встречается. Чтобы Знаю, сыграть с что тренера легендой Сергея Сергей Жига Юрьевич уже никогда Шипов. не встретить, поэтому вот Ческом решил Так, помочь давайте и так. Концерт не соперникам можно. дать Ладно, встретиться давайте на своем перейдем турнире. все-таки к Конечно, я так отработанным схемам. Концерт прикалываюсь, я теорию не очень хорошо насколько помню. жестко тут каждый сам для себя решит. Поэтому перейдем Действительно, Сергей Шипов в и обычную Жигалка нашу встречаются между собой систему. постоянно в наших Так, кейсбуковских турнирах, приветствуем, конечно, которые Сергея белорусский Юрьевича, канал гроссмейстер нередко Крестбук, наших заходит. Ну, друзей. играем такую позицию. Так, Вот для этого мы, друзья, и это у проиграли. нас Видите, итальянская что не защита, делается, все система к Лапина. лучшему. Получается положение Так, в центре, где сыграем с белые стоят легендарным немного Сергеем Юрьевичем. активнее. Их пешка Так, на e5 сюда. Ну, все-таки давайте мешает сюда. черным фигурам Конечно. выходить на поля Это, d6, по идее, e6, неплохо для него мешает должно пешке быть. c6 пойти на e5. Зато Так, черные сюда. получили взамен эти козыри. Белых пешка e5 мешает, поле Так, ну e4 для что фигур. ж. И под прикрытием этой пешки белые могут где-то Что создавать ж, атаку на давайте пока королевском ферзь фланге. c2. Слонов, коней, ферзей, ладей, Слон королей и d7, наверное. всех фигурей Слона на набрасывать на c6 Сергей черного Юрьевич короля. хочет На поставить. королей. Ну, собрался. Интересный план. О, Ой, белопольника можно это изменять. неожиданное Отлично. решение. Отлично. Да, Так, поменять Сергей этого слона, Юрьевич кстати, собрался интересно и очень. разменивает важного Сергей слона. Юрьевич А белый трактует слон был очень нужен для эту атаки на позицию. поле h7. Без него, конечно, атаковать Ну, будет сложнее. Хотя все потому что равно у белых попробуем сбить шансов ферзь c4, атаковать ферзя пойдет остаются. перевести на Но без этого g4. слона Заодно, ладно, примерно в давайте сбил. 2,34 раза Ферзь вероятность сильной e4 атаки для и белых ферзя снижается. на g4. Ой, А ферзь там же h4, ферзь теперь c3, можно правда, прыгнуть будет. конем на c5 Конечно, темпом. Но вот. ферзь на g4 переходит на Да, я отличную вообще забыл позицию, где про он идеально ферзь расположен. d3, И ферзь свою g6, пешку перегруппировка очень поддерживает наш неплохая. h4, h5, h6. Где-то слон h6 можно Да, слон сыграть, да, и h6 на поле моя g7. идея. Идеальный ферзь, и черный ферзь Да, тоже очень идеален. хорошо, Сергей Черный Юрьевич ферзь тут готов встретить разобрался, конечно. белого с поля f5, а еще более Сергей вероятно с поля Юрьевич, g6. Все-таки на f5 белый могут поменяться, молодец. пешка уйдет из центра. Вот Да. размен на поле g6 для черных будет совсем Слон сладкий. Когда g5, станет ферзь опасно, g6 когда везде. соперник прям напряжет и мы забоимся, тогда всегда Ладно. можно будет сыграть ферзь g6. Ничего, Ферзь в ничего центре страшного. активен, конь на Давайте c5 слона на хорош, e3. второй конь выходит на c6, поле d5 для Так, черных коня фигур на есть, по-моему, у c3 пока. черных очень хорошая безопасная позиция. И в Ферзь этой g6, там позиции, вот я все-таки часто ферзь говорю, ой, да c4. Так, понятия не сюда. имею, как можно играть Сюда, Сергей такой Юрьевич. позиции на Так. перевес на преимущество. А вот здесь ясно, как Так, черными где-то играть на идем. Ферзь преимущество. g6, Пешка ферзь e5, которую я так c4. Что это нахваливал, такое? говорил, какая она классная, Могу но сбить я не еще и конь закончил свою h4. Вот фразу. сбить и конь Эта h4 пешка, мне, она и слабой в может принципе, оказаться. нравится. Пока ее Но атакует черный конь, белый там конь ферзь g6, по защищает. крайней мере, Чтобы нет эта пешка хода. была сверхнадежно защищена, белым надо убрать коня и сыграть Сбил. f4. Но это имеет свои недостатки. Так, Там второй ряд откроется. Король где-то шах сможет неприятный получать. То есть вот эта Сбил конь пешка на h4, ну e5, там она слон вроде и e7, конечно, сильная, просто. а может и слабая оказаться. Идет И, мой а сдан. зависит от того, сильная она будет и Что слабая, от нет? того, чьи фигуры стоят лучше. И Так, сейчас, ферзь идем, ферзь поинтереснее, g6, мне ферзь кажется, стоят фигуры c4. черных. Может Так что все-таки пешка сюда e5 пойти? сейчас скорее слабость, чем сила. Может Задумался быть, жигалка, и у все-таки черных сюда? примерно на минуту больше времени. Ну, Там чувство давай, плачу давай какое-нибудь. вашей партии. Какой-нибудь перевел. Быстрее, быстрее, быстрее сыграй, допусти Так, давайте ошибку, так хочет сказать все-таки. Сергей Шипов своему сопернику. Ферзь И ферзь g6 c4, сыграли. конь Разменим d3. ферзей, а вот жигалка Есть меняться ход, не ну хочет. ладно, В ферзь общем, b5, какой-то принципиально, ответ есть. стратегически, это верное решение, потому что эндшпиль будет несколько лучше для черных. А вот это для белых неприятность. Конь напал Так, на хоть пешку бы ничего, b2 и на удивлюсь сейчас. e5 тоже. Все, Белый как-то и на на том и b2 защитили, и удержится. напали на Пока b7. Ну напал на давай, b7, слушай, защитил теперь на нужно b2. какие-то что-то Как надо обычно, в придумать. Идти на цепноте какой-то размен на относительно e5 Сергея сбить. Юрьевича. Нет, ладья b8 Так, сыграли. сюда. Ладья b8, пешку b7 держим. На e5, Конь а смотрите, белый на ферзь и на просто b2 h6 хотят меня защитил, и на прогнать. e5 защитил, и на b7 Что напал. я тут задумал? Идеальный ферзь, Что я но тут этот задумал? идеал, знаете, 6, он не там же не навсегда. 5, пешка будет Черные сейчас сыграют h6, тянуться. и ферзя с идеальной Так, позиции где-то прогонит. А вот она пешка h6. на e5 уже повисла. Что А я? как защищать-то будем это Что коромысло? была Сергей моя Жигалка. идея? Задумался жигалка, у черных уже минута времени Попробуем без лишняя, и пешки позиция остаться. черных, очевидно, уже становится лучше. Так. Все их фигуры находятся на идеальных позициях. Ладья на b8 пока в Так, защите, друзья, но что я ничего, тут белый задумал? ферзь уйдет, Ладно, прогоним его, сюда. тогда и ладью сможем активизировать. А сейчас Нужно было можно еще просто гнать сейчас ферзя и потом пешку на привет. e5 H6, ну ферзь b6 закусывать здесь ход. ею. Ну что, Сергей Но Юрьевич, все-таки ферзь на b7 тоже h6 здесь сыграли. угрожает. А если пешку съем? Так, Вот, ферзь хорошая b6. идея. Если съем Так. пешку. А у меня нет слабых пешек, говорит Сергей Жигалка. Тут подкатывает Сергей Шипов, говорит, а если найду? Ну и вот нашел, похоже. Итак, пешку он съел, но белые Слон d6, как-то все-таки где-то на ферзь что-то нападают, b6, что-то какая-то активность подзернули небольшая. черные. Правда, конь c6 там А, простой смотрите, ход. на слон d8 следует ферзь d6, Не напали на факт, что ладью это коня. активность, да.
Что-то а подожди, даст. Конь на c6 уходит. Секунду, ферзь d6, конь на c6 вернулся. Так, пешку-то лишнюю мы сохранили. Ну, некоторая инициатива. Ну, сейчас есть. У черных неприятность только, что восьмой ряд слабоват. Быстрее, аж 6 надо играть. Давай, давай, давай. Или слон просто вывести. Ну, конечно, Сергей. Ну, восьмой ряд надо как-то защитить. Как бы его защитить? Я так а6 бы пошел, даже не думая. Точно зевать не будет. Там ферзь c2 еще где-то. И слона имеет смысл убрать. Где-то есть. У белых небольшая активность. Да, вот а6 сыграно. Человеку хочет играть именно так. Но этот ход, к сожалению, не лучший. Задумался сжигалка. Так, так. Ладно, давайте. Да, и ферзь b8. Белый просто отдает ферзя и забирает за него все черные фигуры. Там три фигуры, но, конечно, черный не ферзь. Король. А куда он вторгнет сейчас? Смотрите, как белые фигуры все защитили. Если сыграть ферзь c2, то там слон держит одно поле, и конь держит два других поля. То есть ферзю там пиратствовать будет довольно трудно. b5 сыграли, сейчас хотим на c2 ферзем. Хотим на c2 ферзем. А белые там, так, b4, коня гоним. Ну вот, кстати, на секундах объективно должен быть перевес на стороне белых. У них ладья, да? Конь и пешка за ферзя. Но черный ферзь скачет, черный ферзь нападает. Какая-то дикая хороший ход а3. Но... хороший ход. Если меняться, то там пешку эту белую защитят. А если b3 пойти, то непонятно, как пешку b2 атаковать. Ужигалка 20 секунд остается. Напали на пешку а3. Ну что, слон c5, держим. Пешку держим. Удерживает все Сергей Жигалка. Да, а. Где-то ферзь b8 просто зевнул. А6 так, играть было нельзя. Так выясняется. Надо было слона увести. Я так. Думаю, что-то комп-то а6 не советует. Ну и выяснилось почему. Так, хоть бы итак, перевес на стороне белых. Давайте так по-честному скажем. Если белые выставят фигуры свои на крепкие позиции и начнут играть спокойно, потихоньку, то они просто партию выиграют. Ладья, конь и слон намного сильнее ферзя. Последнее, вот что черных держит на плаву, что пешка стоит на А5. Вот переставь пешку на А4, слон на Б4 становится на защищенную позицию, потом конь идет на Е3, ладья вперед, и там черные, по-моему, просто без шансов проиграют. Шанс черных как-то, ну не то, что поохотиться за этим слоном, не давать ему свободной жизни, скажем слона так. Слона на Д6 могу поставить, коня на Е3, тогда все друг друга будут пока защищать. Пока у слона этого нету защищенного поля. Неплохо. Белые напали, кстати, на обе пешки, на А5 и на Е5, но там надо один висит конь. Так, время не запали, у соперника 10 секунд. Король g8, на слона напали, все правильно. Надо как-то его щемить, этого слоника. Вот-вот-вот, то, что надо. У белых фигуры все висят, и короля на f7, на e6. Быстрее, быстрее, быстрее. Да, конь e3. Оказалось, короля надо быстрее включить. Все друг дружку защищают. А не ферзя. Вот белые перестраиваются, ну вот почти. А, король e6 уже нельзя, там ладья d6, ферзя потеряем. Вот это и плохой ход. Да, вот жигалка все, выстрелил, у него все фигуры защищены. Но слон на c5 его приходится защищать ладьей, пока дает это черным какие-то небольшие шансы. Тактика небольшая. Так. Жигалка тем временем съел две пешки. Ту-т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 у. Чёрт, а? Вот досадно, а? Ой, там я ладью терял, да? Ой, ладью терял. Бестарно. Так. Ферзь пошел на g8. Да, ну проигрывает Сергей Шипов, пока я вел эти переговоры. Да нет, ну что? Неужели ничья? Секунды остались, ну, белых защищены уже все фигуры. Единственное, что как раскрутиться и двинуться вперед, ну что, коня на Е3. Коня на Е3, потом отводим ладью. Да, коня на Е3, ладью убрали, пешка же пошла. Так, шах.
Шах-шах, ушел. Ну, какие еще шахи черные могут дать? Вот один шах нашли, на коня пасть надо, правильно. Вот белые выстроились идеально, теперь пешки только надо надвигать. Конь d4, ё-моё, же. Дечка бьется здесь. Ёж. Нет, это уже проигранная совершенно позиция, и простая довольно для белых. Ну, единственное, что вот времени мало. Ну, другие жигалка, нужно сейчас накопить время, делать какие-то ходы, с помощью которых больше секунд становится. 6 секунд вот у него. Ой, ваша честь, друзья, фантастическая партия. Да. Ой, ваша честь, друзья, победочка, победочка над Сергеем Юрьевичем. Спасибо легендарному Сергею Юрьевичу за эту ураганную партию. Это была последняя партия. Ну что, ой, мне надо было слова, друзья, это точно лайк, подписочка, донат. Я ваша думаю, честь. Вот это вот окончание ферзь и пешка против трех фигур, вообще передышки не дали. Ой, валидольчик, валидольчик. Досадно. Да, а по дебюту я соперника перехватил знак. Чудом, чудом победил. В эту веке я вышел из дебюта. Закончилось просто время. Упорнейшая борьба, да? Тысяча нас тысяча, друзья. Он очень сильный боец, очень стойкий. Ведь он на последних секундах играл гениально и быстро, и классно, и надежно. Как было сложно. Практик, он да, практик. Повезло мне, конечно, жутко, то, что я успел все пешки съесть Сергея Юрьевича. Да, ну, ферзь b8, к сожалению, было. Все раздал, взял, там один, и выигрывал, и проигрывал наверняка. Позицию, ну, конечно, да, был невероятная партия. Так, мы играем с Фером, да, известный бразильский гроссмейстер.